Отправиться в Таиланд и увидеть чудо. Чудес в этой экзотической стране предостаточно. Но белый храм Вот Ронг Хан, все же, творение совершенно особенное. Этот буддийский храм не похож ни на какой другой в мире, являя собой настоящее сверкающее белоснежное чудо. Вот Ронг Хан, дело рук одного человека. Челимчай Касетпипат, современный тайский художник, в чьем творчестве соединяются традиционные буддийские темы и символика. Белый храм – это полет его фантазии и воплощение его мечты. Строительство комплекса в родной деревне архитектора Бен Ронг Хан, что в нескольких километрах от города Чианграй на севере Таиланда, началось в 1997 году, рядом с Белым храмом со временем, в течение 90 лет, должен вырасти еще целый ряд построек. Помимо самого мастера, в нем принимают участие еще лишь 5 учеников, которым Челимчай надеется передать свое дело после завершения своего земного пути. Его белый храм – это символ рая, куда и ведет узкий мост через реку, полную грешников. Важно знать, что, войдя в храм по мосту, обратно по нему же возвращаться уже нельзя, попадаете обратно в ад. Каждая скульптура, каждая деталь в этом резном белоснежном великолепии несет определенный смысл и назначение, начиная с белого цвета самого храма, символа чистоты Будды, и стекла, вкрапленного во все вокруг, символа мудрости Будды, которая ярко светит по всей земле и вселенной. Не менее символичны и внутреннее убранство белого храма. Стены здесь расписаны в любимом стиле Челимчая. Посетителям представлена впечатляющая роспись, символизирующая борьбу сил зла и добра. Здесь можно увидеть Нео и Супермена, ракеты, улетающие в космос, гидру, похожую на шланг от бензоколонки и пожирающую башни-близнецы, автомобили, мобильные телефоны и самолеты, стреляющие лазером. Вся эта необычная для храмов тематика лаконично вписана в национальные мотивы, давая возможность наглядно и на понятном для современных молодых людей языке представить вечные истины. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.